Йоу-йоу-йоу, привет, братухи и сеструхи, сеструхи. Вот, короче, решил записать видос про то, что я купил в комикс-краме в эту субботу, 11 декабря 2021 года. Ну и вот вы, собственно, видите. Подписывайтесь на мой, кстати, телеграм-канал, потому что что-то никто не подписывается уже давно. Там все новости и прочее. Ну, короче, давайте начнем по порядку. Странники. Купил третий том. Он стоил там 18 всего лишь рублей. Хотя. Нет, наверное. А, ну да, по-моему, 18 рублей он стоил. Второй том я уже заказал с Вимарта. Видеоролик будет. Но будет он не скоро, потому что только 17 числа, по идее, привезут какую-то из заказа недостающую позицию к ним на склад, и мне только тогда отправят Европочтой. Вот. Поэтому, к сожалению, я не могу сейчас начать, точнее, продолжить читать. Но я рад, что купил. Цена отличная, вообще удивился, что такая хорошая цена в комикс-храме. Была она не запакованная, но, тем не менее, девственная достаточно. Красивый рисунок, мне нравится. Круто, на самом деле, выглядит очень. Только то, что тут зеленая резко синяя, вот меня немножко смущает. Планетес. Ой, как она хрустит. Не хочу сильно спойлерить себе. Так. Да и вам тоже. Немножко опустим. Опа. Манга классная. Рад, что я начал собирать. Вот будет у меня второй том. Вот вообще супер. У него пирсинг, прикол. Рисовка такая необычная. И, кстати, Terraformers, которые, я надеюсь, издадут. И, надеюсь, азбука. И, надеюсь, там хотя бы немножко цветных артов будет. Хотя, я не помню, даже в оригинале они есть ли. Вот их хочу. Хочу еще Клеймор, чтобы издали у нас. И хочу, чтобы издали... Кстати, я вообще хз, кто это, если что. Я во втором томе, она, наверное, только появится. Либо я первый невнимательно читал. Так вот, я хочу, чтобы Terraformers лицензировали. Клеймор, Ганс, Блич. Блин, все. Короче, вот, покажу еще цветную страницу, потому что она уже была открыта. Круто, вообще, круто, что есть цветные страницы, тут и они внутри. Давайте посмотрим. Ничего мы не посмотрим, тиража нету. 2018 год. 30 октября подписали, когда вышло, не знаю. В общем, рад, что купил. У меня сейчас пока что возьмись. Два тома. Первый и третий. Ну, второй, напомнюсь. Напомнюсь. Напомню. Едет ко мне уже. Взял легенду Алимниар. И, капец, знаете, есть такое выражение «лох – это судьба». Это про меня. У меня было небольшое сомнение какое-то. Но я не додумался вовремя проверить. Я вот не знаю, что мне делать дальше. Короче, смотрите, у меня был второй том. Я за 3 рубля брал данный ВЗ. Теперь у меня есть первый. Но вот дело в том, что это разные издания разных лет. Это более новые. Так. Вот. Вы видите, насколько оно отличается? Блин, я не знаю. То есть, оно намного... Ну, не супер намного, но меньше все же, чем мой второй том. Ну и сзади тут. Прикольно. Я не знаю, может, это куплю потом, но, блин, сто, опять же, 18 рублей платить за такое. И еще не понимаю, почему написано 1-2, а томов 3. И почему, блин, в интернете не найти. Точнее, я понимаю, почему в интернете не найти лицензии, но, блин. Ой, не лицензии, короче, не прочитать нормально. Но, блин, мне это не нравится. Что нельзя прочитать в интернете. Я бы хотел сравнить, понять, где там, как они разделили, как они три тома запихали в это. Полтора, типа как алхимик издается. Ну, не знаю. Вообще странная и стрёмная, как по мне, идея полтора тома пихать. Ладно, еще два. Даже три, ладно. Но полтора, смысл в этом. Ой, давным-давно хотел эту мангу себе купить. Но, ну, докупить, получается. Ну, вот, все никак. Не находил ее, или дорого было. Ну, а сейчас подумал, надо купить. И вот когда прочту уже, и первый, и второй перепрочту, решу, думаю, покупать ли в таком издании второй том, вторую книгу, не знаю, омнибус, или нет.
По идее, нет особого смысла, потому что история, думаю, вся. Но если какая-то часть между этими книгами отсутствует, тогда придется, конечно, купить. Вот. В любом случае, это я брал за 3 рубля всего лишь. Так, и ради интереса. Но вот это, блин, 18 рублей, это не дешевое удовольствие, хочу вам сказать. Пытался я за кадром найти цену странников, потому что я помню, что на 50 копеек сумма заканчивается. По-моему, 17,50, наверное, стоило. Или вы все-таки 18,50? Не, 18,50, но вряд ли. Ладно, давайте посмотрим. Вау. А тут глянцевая бумага. Блин, наверное, все-таки надо будет перекупить Лимняр, потому что там, в моем издании, она нифига не глянцевая. А, нафига шершавая. Ух ты, круто. По качеству печати классно. Такое все насыщенное, слушайте, как круто. Только я боюсь, не зацензурено, блин. Кстати, почему я захотел? Ну, одна из причин. Докупить сейчас, помимо того, что видел, по относительно приемлемой цене. Это то, что я посмотрел Ову, Ону, не знаю, Нему, короче. Вот, и в принципе нормально. Но тут совсем другая, потому что манга вышла после. После Аниму. Ну, слушайте, качество печати вообще здоровское. Что-то такое черненькое. И шрифты классные. Вообще, слушайте, по сравнению с тем, что у меня, я сейчас просто покажу, в каком у меня качестве. Интересно будет прочитать. О, да. Oh, yes. Oh, yes, indeed. Это что-то происходит? А, угу. Oh, yeah. Детка, погнали. История такая. Неплохая, скажем так. Почитать стоит. Манга мне Берсерки. Ой, мультик мне анимешный напомнил именно. Берсерка. Вот тут она, смотрите, такая шершавая. И формат больше. Но все равно я рад, что у меня это есть. Я все время что купил. Хорошая вещь. Классная очень. Опа. Сказание 10. О, кстати, давайте реально проверим содержание. Так ли оно? А, ну да, слушайте, все так. Все сходится. Ну, так что потенциально не нужно мне покупать. Но если увижу по хорошей прям цене, то может и куплю. Вот тут качество печати. Вот, кстати, страницы перевернутые, бракованные. Издание у меня. Я этого не знал, да и за 3 рубля, в принципе, говоря, жаловаться. Тут качество печати, конечно, похуже будет. Но, возможно, еще из-за того, что это больше просто, как сказать, ну, размером. Вот. И, кстати, помимо того, что вверх ногами страницы, они перепутаны еще местами вроде как, в пару местах. Ну, фиг с ним, прочту. Ваш великий магистр, это я, магистр психологии. Любимые персонажи. Чиральти хочу купить, кстати, тоже. И пластиковую малышку хочу купить. Это же все за одним автором вроде бы. Сатоси Урусихара. Тоже Сатоси Урусихара. И это. Но тут еще Кэнди Йосимото. Вот такую себе манокочку купил. И купил два ашета 14 и 17 по 7 рублей, как видим. Там, получается, есть полки, где приносят люди и свои цены выставляют. Расплачиваться, к сожалению, можно только наличными, поэтому я только два купил. Так бы взял минимум еще один, 27-й протора, чтобы по порядку до 33-го у меня были все. Но у меня не так уж и много осталось. Тут Ultimates рисовка, если я не путаю. Я открыл такой статью, хопа, Женщина-Халк, а тут еще и оса. И, блин, знаете что, это так круто, типа... Так, подлодник, вот, Мисс Марвел тут еще есть, ведь Мисс Марвел, Женщина-паук, это уже, типа, обалденный комикс, тут еще где-то Алая Ведьма, красиво показана будет, о, классная героиня тоже,
красиво. Обожаю комиксы, там, где сексуальные женские персонажи. Супер, просто вау. Тут, кстати, по-моему, не так много текста. Мне это нравится, на самом деле, в комиксах. Я не люблю, когда сверх много текста. Хотя вот сейчас читаю классику Человека-паука удивительного, и мне достаточно нравится. Достаточно заходит. Опа. Тор. Рука Халка левая. И 17-й выпуск. Тоненький очень. Очень-очень тоненький такой. Новый UDX, вы знаете, вымирание. Профессор Чарльз Ксавье. Ксавье. Специфичная рисовка, но вроде как сюжет должен быть интересный. Ну, я на это надеюсь. И мне так кажется. Ух ты, ну блин, хотя что-то анатомия пропорции, какая-то она карлица, алкоголица, вообще жесть, фу, ужас. Могли ее сделать красивее намного, я считаю. Блять, и тут она опять. Вот. Зверу, ух ты, как красиво, вау, слушайте. Вот эта рисовка. Графика какая классная. Вау, это супер. Это круто. Рад, что купил. Начинал собирать ашеты в далеком 2018 году, в конце года. Стоп. Вру, в начале вообще 2019 года начал собирать. Потому что на куфоре часто видел, там вообще за копейки. И купил много сразу. Сразу за раз много. И начал собирать, которые собираются. Дешевые. Вот. Насобирал такое количество. Потом покажу вам когда-нибудь. Ну и что ж, это все, что я купил и хотел вам показать сегодня. Вот такая вот у меня закупочка вышла. Пишите, что думаете. А я на этом прощаюсь. Буду раскладывать на полочке и любоваться, листать странички, спойлериться дальше. Всем пока. Смонтировал я такой ролик, уже почти зарендерил и вспомнил, что я кое-чем с вами не поделился. В прошлом своем видеоролике я информировал о состоянии кролика девочки Бакс. И знаете, короче, операция прошла успешно, не пришлось ампутировать лапку. Туда специальные штыри, механизм поместили, и рекавери проходит относительно неплохо. Вот она уже как-то восстанавливается, кушает by yourself. И, блин, это круто, короче. Если вы как-то принимали в этом тоже участие, то есть репостили или что-то такое, может даже жертвовали деньги, я вам благодарен. Это очень хорошая новость. Но есть еще одна новость, которую я хочу с вами поделиться. А именно это 300 подписчиков на канале. Охренеть, я думал до Нового года очень... Было бы круто набрать, но я набрал еще раньше, чем до Нового года. И, конечно же, этих бы 300 подписчиков не было без тех людей, которых я сейчас назову. А именно, Югитери. Вот благодаря его роликам по токийскому гулю я вдохновился, мне захотелось продолжать делать самому ролики. Может даже, я уже не помню, если честно, я и начал ролики вот именно по манге, благодаря ему писать. Манков один канал. Классно, к сожалению, сейчас не особо активный, давненько не влаживает, потому что бизнес. Но вот благодаря обзорам комикса мне интереснее снова стал комиксы читать, собирать и записывать тоже. Дневнику Чёрно-бурой лисицы тоже мне очень сильно вдохновляет, и книги всякие показывать, хотя книги свои, по-моему, почти не показывал, один раз только. Каналу Карамп за интересный и эксклюзивный контент. Конечно же, Сергею Жорову, главному, как мне кажется, популяризатору, заплетается язык манги вообще на ютубе, всех продвигает, всех поддерживает максимально. Спасибо тебе большое. Ты достаточно немало для меня сделал, очень даже много. Вот. Спасибо Тору. Это главный для меня новатор из таких стабильных манго-ютуберов, которые, ну вот, его знают, он на слуху. Вот самые новаторские такие идеи касательно обзоров манги у него, как по мне. Ну и также хочу передать отдельно привет Сайленсу, Юмэй, Йоши и Супу Харчо.
И всех, кого не назвал, все равно вам привет. Просто вот тех, кого упомянул, я даже 100 раз пересадил, специально записал на листик. Вот вас я супер активно сатю. А остальные либо давненько не было роликов, либо я как-то не знаю. Возможно, и упустил, но скорее всего нет. Вот. И еще раз спасибо всем за то, что вы подписались и решили смотреть меня. Видосы будут, контент будет, много идей, но нужны силы и время. Вот, ролик, возможно, немножко унылый получился, но если вам он понравился, отпишите и напишите чем. А если не понравился, отпишите чем тоже. Хотя и так понятно, в принципе, чем не понравился, унылостью. Все, теперь будем точно прощаться. Всем пока.